Республиканский студенческий совет, молодежный совет – это как раз те структуры самоуправления, которые сегодня работают в каждом университете нашей страны, которые дают возможность развивать самоуправление, участвовать молодежи в принятии решений. Целая серия открытых диалогов прошла по стране. Это может быть и куратор группы, это может быть и проректор, ректор, губернатор, министр. Ты никогда не узнаешь о проблемах молодежи без самой молодежи.